Сегодня такой прекрасный субботний день. Куда же мы с вами направляемся? Мы направляемся на озеро в парке имени Ларисы Лазутиной, чтобы убрать территорию к сезону. Волонтеры, неравнодушные жители и представители общественных организаций направляются туда, где за зиму набралось много мусора. Экологический проект «Мусорная рыбалка» возобновился в прошлые выходные по всему Подмосковью. Это проект губернатора Московской области, направленный на экологическое улучшение обстановки на заданной территории. Задача этого проекта – привлечь как можно больше именно молодое поколение к проблемам экологии, рассказать им о том, что почему нельзя мусорить, зачем нужно после себя убирать. «Ловись мусор большой и маленький. Чистый квест начинается». Ребята уже не первый раз помогают в уборке округа. В этот раз участники смогут и посоревноваться между командами. Нам задают какой-то вопрос, соответственно, он как-то связан с экологией, с природой. И если мы отвечаем, мы получаем баллы, и в конце у нас будут какие-то призы. Организаторами экологического квеста выступили Одинцовский молодежный центр и администрация муниципалитета. Мусорные рыбалки продолжатся в Подмосковье и в следующие выходные. Екатерина Крамер, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».